Что связывает беглого политика Влада Плахотнюка, непризнанного бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука и экс-президента Украины Петра Порошенко? Очередное расследование журналистов Кутея Агроплюс пролило свет на целую незаконную схему с поставкой электроэнергии от Кучурганской электростанции в Украину через фирму-посредника и доверенных лиц всех трех. Подробности смотрите прямо сейчас. Началось все в октябре 2014 года, когда в Тирасполе было зарегистрировано открытое акционерное общество «Энергокапитал». Спустя месяц эта новоиспеченная компания получила эксклюзивное право на продажу электроэнергии от Кучурганской электростанции. А в начале 2015 года фирма с двумя скрытыми в офшорах Белиза и Гонконга бенефициарами стала основным поставщиком электроэнергии на правый берег Днестра, являясь посредником между Кучурганской электростанцией и акционерным обществом «Энергокапитал». О том, что имела место регистрация компании «Энергокапитал» с основателями, скрывающимися в офшорах, говорят и записи телефонных разговоров, полученных правоохранительными органами. Директор «Энергокапитала» Михаил Добров в разговоре со своей сотрудницей признает, что получил от Владимира Андронаки пакет документов, которые касаются компании «Проспер Трейдинг» из Гонконга. И та, в свою очередь, была соучредительницей фирмы «Орнаментал Арт» акционера «Энергокапитала». Да, Михаил. Ну вот по орнаменту документы, по-моему, у тебя. Где вот Prosper Trading, это компания, которая вроде бы у нас учредила орнаменту. Мне этот пакет, который передал Влад, это все касается Проспера. О создании, кто учредитель, там китайцы, все тут все ясно. Нету связи между орнаментом и Проспером. Должен быть такой же протокол учредительный, вот как создавали. У меня все, что было, я Татьяне скинула. Либо мы не все перевели, просто понимаешь, там много же листов, мы же не все перевели пакеты. И советник на тот момент тираспольского лидера Евгения Шевчука Юрий Мельник якобы заявил в разговоре с Андронаки, что они создали вместе компанию «Энергокапитала». Беседа якобы имела место во время одной из совместных поездок в Киев в конце ноября 2014 года. Именно в этой поездке оба должны были обсудить условия нового контракта по поставке электроэнергии в Украину. Выехали вы? Добрый день. Так вы уже тут километров сколько там? Сколько? 150 поехали по Украине. Понятно. А что у тебя? Что у тебя? Ну я вылетаю сейчас. Через 15. Это нормально? Я буду раньше вас. А как меня будем представлять? Как представителя молдавской грязи или хи***ной, как будем говорить? Вы будете представителем «Энергокапитала». Да, «Энергокапитала», компанию, которую мы создали. После переговоров, которыми занималась Карина Цуркан с политиками от Кишинева и Тирасполя, российский гигант «Интеррао», который управляет Кучурганской электростанцией, решил включить в эту сделку фирму-прокладку «Энергокапитал». В конце 2014 года она стала единственным поставщиком электроэнергии от электростанции на правый берег Днестра и за два года поставила энергии на 400 миллионов долларов. Корреспондент программы «Кутея Агроплюс» сумела связаться с Михаилом Добровым, который впервые поведал о подробностях деятельности «Энергокапитала». Добров категорически опроверг любые подозрения о незаконности аукционов или скрытых соглашениях с государственными предприятиями. Ни с кем не мог договариваться, как я мог выиграть тендер, если там участвовали украинские компании. Тендера были открытые, участвовали компании под контролем Рената Ахметова крупного. Уж поверьте, с ним никто не договорится. Есть аудиозаписи. Говорите с Иваном Кушнером, с «Молд Электрики». Пора этот тендер, что вы ведете документы. Но почему вы с ним заранее договорились по контракту и что опаздываете с пакетом документов? Не помню деталей, что были 7 лет назад. Я таких переговоров не помню. Полную версию расследования «Кутея Агроплюс» смотрите на сайте tv8.md.